пациентка обратилась в медицинский центр «Консультант» месяц назад с жалобами на обильные маточные кровотечения. Проведено полностью обследование, выявлена патология полости матки, наличие субмукозного узла в полости матки. Запланирована трансцервикальная гистероскопическая резекция узла. В условиях медицинского центра «Консультант» проведено полностью предоперационное обследование. В настоящее время пациентка будет взята на операцию. Пациентке было проведено трансцервикальное гистероскопическое удаление подслизистого узла миомы с использованием гистеророзектоскопа Карл Шторц. Операция проведена под ларинготрахеальным наркозом. Процедура заняла 25 минут. Послеоперационное наблюдение в палате хирургического стационара за пациенткой 3-4 часа. Далее с рекомендациями она будет выписана домой.